В этот раз ребята средней возрастной группы собрались в Ледовом дворце не просто на тренировку, а на торжество в честь их же недавней победы на турнире «Золотая шайба» Приволжского федерального округа. Поздравить юных хоккеистов приехали глава муниципального района Ильдус Ахмедзянов и главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Ренат Тимирзянов. И приехали, конечно, не с пустыми руками. Они не только искренне пожелали ребятам дальнейших успехов во всех будущих ледовых сражениях, но и вручили клюшки для грядущих рекордов. Теперь хоккеисты точно знают, как достаются победы. Мы приехали, когда я увидел первый матч. Играла Мордовия с Башкортостаном. Я увидел то, что команды слабенькие. И думал то, что все, ну мы выиграем. А когда увидел другие матчи, играла Нижегородская область, Саратовская область, я понял, что будет очень трудный турнир. Старались, бились. Самые сильные соперники кто были? Нижегородская область. А почему они такие сильными оказались? Не знаю, здоровые все были. Саратовская. Все достойные соперники были. Впрочем, на соревнованиях такого уровня слабых соперников не бывает. Но наши ребята все-таки сумели удивить как организаторов турнира, так и его участников. У вас, говорит, ребята маленькие, но техничные бойцы. Вот. За счет этого выиграли. Молодцы, говорит. Все были восхищены, то есть никто ни на ставки никакие не ставил, потому что когда приехали, визуально наши самые маленькие, самые щупленькие ребята, то есть там на голову ниже всех. Вот. Но когда мы начали доказывать делом, сразу все стало на своих местах. Как заверяет тренер Антон Данилов, у наших ребят большой потенциал, а значит, будем надеяться, и новые большие победы впереди.